check it. Всем привет, привет! Я приглашаю вас прогуляться по Алексеевке. Сейчас вы увидели, что, в общем-то, жизнь налаживается, жизнь идет, люди возвращаются. Это очень приятно. Но, тем не менее, мы слышим сейчас сирену. Сирена воет. Периодически это работает ресторанчик. Что за кухня, я не знаю. Так. Кстати, сейчас за переход на красный свет в неположенном месте полиция штрафует. Поэтому нужно соблюдать правила дорожного движения. Сейчас пройдемся. Давно мы здесь с вами не гуляли. Прогуляемся. Сирена, конечно, портит восприятие прогулки. Говорит о том, что есть опасность. Что-то значит летит. А вот длинная, это, наверное, отбой идет уже. Пошла длинная, значит, это отбой. Все в порядке. Но, тем не менее, может скоро опять зазвучать. На улице спокойно. Как будто бы все нормально. Кстати, сейчас уже метро работает, промежутки между электричками сократились. Тревога, но я не могу сидеть. Даже не верится, что уже поллета прошло. Лето всегда так быстро пролетает.
Один даже площадь, да? Не успеешь оглянуться, все лето уже закончилось. И опять начинается холодная пора. Кстати, хорошая посилка, что она собирает траву. Не нужно потом ее будет собирать. Яблочки какие наливаются. Дети возвращаются, родители с детьми возвращаются, очень много сейчас. Собираются запускать школы. Он по желанию родителей. Дети смогут ходить в школу при условии, что есть убежище в школах.
хотят дать возможность такую детям. Классная зона для детей, где могут призвиться, поиграться. Дракон, надувная горка, батуты. Здорово. Курсы валют сейчас запрещено показывать на улице. Мы с вами прощаемся, подписываемся на канал, ставим пальчик вверх, пишем комментарии. Всем пока-пока!